Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Сегодня мы обсуждаем текущую ситуацию в стране с гостем нашего эфира, председателем политической партии «Про Молдова» Борисом Фокой. Господин Фока, здравствуйте. Добро пожаловать. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Ну, начнем с самого такого интересного, чем сейчас живет, чем занимается и что главное на повестке дня у политической партии «Про Молдова». Ну, как и у каждой политической партии, развиваться – это, думаю, одна из целей. Мы должны не забывать, что в этом году, это 2023-м, является... Будут выборы, местные выборы. Ясное дело, что политическая партия «Про Молдова» готовится к данным выборам. Но параллельно с этим есть уже четко поставленные цели и задачи, то, что означает, что мы должны расширяться. Мы не должны забывать, что последние года были довольно тяжелыми для всех граждан Республики Молдова. И в связи с этим, ясное дело, поскольку, знаете, партия – это живой организм. Люди приходят, люди уходят. За счет этого мы должны быть в постоянном тренде найти хороших людей. Но и тут, думаю, появляется, знаете, проблема, потому что политика изначально была что-то интересное, думаю, для каждого. А сейчас в связи с последними пару лет все, что творится, знаете, от политики пытаются держаться все подальше. Но несмотря на все это, знаете, мы должны исполнить и вести до конца свою роль как политическая партия на арене по всей Республике Молдова. И ясное дело, наша цель выиграть выборы, как можно больше мэров взять, как можно больше советников в этом году, а в следующем году вступить в парламент и так далее. Мы знаем, что вы проводите кампанию по консолидации команды «Про Молдова» в районах. Занимаетесь, продолжаете заниматься этим вопросом. В прошлый раз вы были у меня в программе, рассказывали об этом. Какая ситуация сейчас? Сколько у вас территориальных организаций? Как, насколько активны ваши территориальные ячейки? Да, наши территориальные организации на данный момент составляют 12 примерно. В 12 районах у нас есть четкие наши организации. Работаем над тем, чтобы расширить спектр всех наших организаций. А как вы хотите расширить, увеличить? Не то, что нету, знаете, наша цель иметь представительство, так скажем, в каждом селе Республики Молдова, представитель нашей партии, либо маленькая ячейка «Про Молдова», чтобы была. Но мы должны помнить, что иметь определенные структуры, это означает и какие-то финансовые вложения, да, потому что иметь хоть офис где-то, нужно чем-то расплачиваться. Естественно, есть разные варианты. Можно найти кого-то, допустим, с данного региона, который либо просто сможет сдать, если он заинтересован и как-то видит себя как членом нашей партии, естественно, он может помочь. И в связи вот с этими моментами мы пытаемся найти и хороших людей, и те, которые попытаются понять, потому что, что бы мы ни делали, естественно, нужны финансы. Поскольку мы довольно молодая партия, только вот уже третий год нашей партии, в связи с этим, естественно, есть определенные проблемы с кадрами. Есть, я думаю, что такие проблемы не только у нас. Я думаю, даже у руководящей партии есть проблемы с кадрами. Мы это видели, слышали. Мы должны еще понять то, что, знаете, проблема не вступить в одну партию, и проблема не взять как можно больше людей. Для нас очень важно, и чтобы, знаете, люди понимали, что они делают тут. Потому что просто взять какие-то списки, показать, что там у нас, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч уже членов партии. Ну, чем и мы хотим удивлять, но если реально там их там 10 тысяч, 20 тысяч людей, да. Поэтому наша цель и наша задача переговорить с каждым, чтобы они поняли, что такое партия. Мы пытаемся ввести, знаете,
новое понимание партии. До сих пор войти в партию, это означало, что если я вхожу, от этого мне сразу что-то будет. Либо деньги, либо мне дадут работу где-то и так далее. Когда ты в правительстве, когда у тебя есть люди в парламенте, ну, это работает. Но когда ты вне парламента, тогда это довольно тяжелее, и тем более убедить людей. А мы должны не забывать о тех репрессиях, которые де-факто ведутся с политиками по всей стране. Мы видели, что у очень многих политиков, которые не являются те, которые, знаете, не с правящей партии, знаете, они против всего, получается. И очень многие даже локальные люди, которые в регионах, они хотели бы включиться, но они говорят: ребята, ну мне не нужны проблемы для этого. Я могу вас поддерживать, да? Я могу неофициально там помочь, там, чтобы пришли люди. Но я не за счет того, что они нужны по факту проблемы, я не хочу, чтобы меня видели, да, в вашей партии. По крайней мере, до того, пока ПАС является мажоритарным, так скажем, мажоритарной партией в нашей стране. Знаете, господин Фока, вы говорили о том, что нужно везде открывать территориальные ячейки, территориальные организации. В принципе, я имела в виду, что не обязательно иметь свои офисы представительства. Мы помним, что за всю историю Молдовы, насколько я помню, были только такие полноценные офисы и ячейки у партии коммунистов и ПЛДМ, вот насколько я помню, во всех практически районах. Ну, были у некоторых еще партий, может быть, да, у демократической партии. Но сейчас многие политтехнологи приходят к выводу о том, что самое главное для политической партии – это люди, это их руководство, и это крутая прорывная идея, которая способна объединить абсолютно всех. Сегодня про Молдову. Вот я хотела бы вам задать вопрос. Да, вы видны, вы активны, вы общаетесь с прессой, за что вам как бы отдельное спасибо. Вы всегда открыты, вы всегда готовы прокомментировать те или иные процессы, которые касаются непосредственно вас и не только, и ситуации в стране. Кто сегодня ваша команда? И она не настолько открыта, она не так медийна. И второй момент. Почему сегодня люди должны, да, из там около 50 партий, которые есть в реестре в Министерстве юстиции, отдавать предпочтение именно про Молдова? Что вы готовы сегодня особенного предложить обществу? Смотрите, мы четко на данный момент являемся и начали определенный процесс трансформации партии про Молдова. Что-то мы пытаемся быть лучше. Мы четко изучили наши ошибки. Мы пытаемся работать и понять, как сделать так, чтобы довести правильно до людей вот то, что ты хочешь им сказать. И также параллельно с этим, знаете, чтобы не создавать слишком большие иллюзии, потому что мы видели, что случилось с правящей партией. Так, они брали на себя слишком много, потом, когда они выиграли выборы, они, я думаю, и треть не смогли де-факто сделать из того, что они пообещали. Поэтому, когда у нас есть вот наша, допустим, наша платформа, да, основываясь на нашей платформе, мы пытаемся довести до людей, как мы видим развитие страны, да, как мы видим наши соотношения с нашими партнерами по развитию и так далее. В связи с этим процессом я надеюсь, в течение двух, может, трех месяцев, если мы закончим, как мы себе поставили наш таргет, тогда я смогу дать больше информации и о людей, которые есть. И вы тогда уже поймете и увидите уже финальную версию, так скажем, улучшенной партии про Молдова. Я четко вижу уже изнутри, что вот то, так, как шло до сих пор, так не может идти. Нужно что-то менять и в самой партии, и в самом видении. Потому что очень много процессов произошли, начиная с войны на Украине и заканчивая с ковидом. И абсолютно все наши финансовые цифры, которые просто ужасные. И, естественно, как мы видели, развить партию в 2020 году, это уже не соответствует реальности в 2023 году. И в связи с этим мы переговорили с коллегами: ребят, давайте возьмем тайм-аут 2-3-4 месяца, пока мы сделаем внутри, так скажем, ребрендинг и выйдем уже с новой позиции нашей. В связи с этим я бы хотел, чтобы мы на этот субъект переговорили там через 90 дней, допустим.
Через 90 дней. Что вот про Молдова? Она сегодня эта партия, которая в оппозиции или во власти? Потому что вы делали определенные заявления о том, что вы недовольны правительством. Вы ставили какие-то определенные ультиматумы правительству, но причем не всецело правительству, а некоторым представителям правительства. Вы не присоединялись к антиправительственным митингам, никак не принимали участие. Какую сегодня вообще позицию, линию ведет про Молдова? Каково ваше видение? Вот объясните. Мы являемся, так скажем, за Молдову, про Молдову, но мы не поддерживаем, естественно, данную власть. Изначально, вот знаете, говорится, как только пришло новое правительство, дается там 100 дней понять... Новую власть — это кого? Парламент, президента или правительство? Я бы хотел сделать тут ограничения. Вот с одной стороны у нас есть правительство, да, и мы были, кажется, одним из первых, которые делали тут митинг антиправительственный за счет трех министров, да. Об этом вы упомянули раньше. Но один из этих министров был министр экономики. Это Будянский был, это министр экономики. Министр сельского хозяйства. И министр сельского хозяйства. Но ваши требования удовлетворены, получается? Вы уже довольны всем? За счет этого мы этим довольны, но мы не довольны тем, что, знаете, мы поменяли, получается, шило на мыло по итогу. То есть? Хорошо, пришли новые министры. Угу. Они тоже, знаете, как есть, с одной стороны, имеется такое впечатление, что они как бы правят параллельными мирами с теми, что творится реально и в нашей экономике, и в сельском хозяйстве, и так далее. Угу. Но мы начали проект по отставке данных трех министров, потом мы запустили осенью уже проект «Гаврили Цыпляка». Там, где было онлайн-голосование, у нас собралось 240 тысяч голосов для отставки правительства на данный момент. И сколько, простите, тысяч голосов? 240 тысяч голосов, которые мы пытались, знаете, чтобы это не были как анкеты, чтобы люди знали, кто голосует. Да? Можете просто зайти на сайт и дать свой голос против отставки правительства, либо за отставку правительства. И с процентным соотношением вот около 70% из людей, которые хотят отставки правительства Гаврилица. Абсолютно всего правительства. Но, знаете, то, что мы не выходим на митинги, это тоже является не фактором, что мы не поддерживаем и мы не являемся в оппозиции. Просто есть очень большой риск и очень много... пресса работает над тем, чтобы, не дай бог, ты появишься на митинге, значит, автоматом ты являешься одним из инструментов Российской Федерации, который хочет там что-то испортить, ввести Молдову в войну и так далее. И с этим уже очень довольно трудно бороться. Поэтому наше видение, мы можем участвовать, и мы будем участвовать только когда будут, допустим, участвовать большинство сил политических вне парламента, пусть не обязательно, чтобы это были парламентские силы либо представители. Но вы видите, я пытаюсь вести переговоры, и мы абсолютно говорим практически со всеми политическими партиями, которые активны. А с кем, например, из них вы ведете переговоры? Ну, я выложил даже в соцсетях, видели на нашем сайте, и с господином Кику, и с Паладема, и с ДПМ ведутся переговоры. Мы даже встречались с социалистами и говорили насчет в целом о ситуации по стране. Вы входите в платформу, которая была создана? Нет. Оппозиционная? Нет. Что вам там не нравится? Знаете, не то, что не нравится. Мы думаем, наше видение, что в данной платформе больше, так скажем, центристские и левоцентристские партии входят. Но как исключение видел только Паладема там, и все. Мы заинтересованы, если бы мы думали создавать платформу, но, знаете, с теми
партиями, которые имеют видение, которое близко к нашему видению. Да? Но смотрите, господин Фока, я вас немножко поправлю, потому что господина Дрона, да, нельзя причислить к левоцентристскому флангу. Господин Чебан вообще отрицает свое какое-то там, причислять себя к там левому или даже к вам больше правоцентристам себя сейчас позиционирует, по крайней мере. Господин Кику, который работал в МВФ и который выступал всегда за либерализацию экономики и другие моменты внедрял, его никак нельзя назвать левым политиком, на мой взгляд. То есть он тоже выступает за европейскую Молдову, за европейское будущее. Знаете, как можно за ночь из проевропейца становиться там прорусскими и наоборот. То, что есть определенные штампы на некоторых политиках, несмотря что ты сейчас говоришь, знаете, то, что мы пытаемся довести до людей, нужно и показать четкими моментами, либо четкими планами развития. Мы каждый за себя можем говорить, что либо я за Америку, либо я за объединение с Румынией, либо за объединение с Российской Федерацией и так далее. Но говорить и сделать – это две разные вещи. Я думаю, четко уже наши граждане Республики Молдова, они понимают и делят, и видят вот эту разницу. То, что ты, если ты раньше был практически в левом углу политической сцены, сейчас уже ты говоришь, ребята, нет, извините, я уже не хочу там быть. Мое видение уже проевропейское. Ну, может быть и такое, я не исключаю. Но знаете, штамп, что как можно поменять видение, да, я вижу, мы должны так развиваться. И после 4 года я уже не думаю так, а я уже так думаю и развиваться. Как вы думаете, что люди осуждают это все? Хорошо, мы, но вы встречаетесь, общаетесь с ними на предмет чего? Ну, то есть же объединение. Если мы должны, мы четко понимаем, что чтобы поменять что-то в нашей стране, вот мы как партия отдельная, да, мы не сможем. Нужны, чтобы были партнеры. Мы пытаемся понять, насколько, как видят и остальные партии дальнейшее решение всех проблем Республики Молдова. Это означает, что прежде всего мы должны проконсультироваться. Есть ваше видение, как мы можем решить экономический вопрос, есть наше видение. Есть, мы выходим на те же митинги или мы не выходим? Так, если выходим, давайте выйдем все. И давайте, чтобы это было, так скажем, больше не политическим. Без партийных флагов. Без партийных флагов. Либо мы выходим с партийными флагами. Есть очень много вопросов, которые мы между собой обсуждаем и ведем, так скажем, переговоры. Хорошо. И вас удовлетворяют те итоги переговоров, которые вы ведете? К чему вы сейчас склоняетесь? Что все-таки ПроМолдова будет отдельно выдвигать свои условия или ПроМолдова присоединится к какой-либо оппозиционной силе? Знаете, ПроМолдова прежде всего имеет свой отдельный статус и свое отдельное видение. Начнем с этого. Если у других партий, с которыми мы разговариваем, ведем переговоры, у нас будут одни и те же видения, естественно, мы их поддержим. Об этом, думаю, даже не обсуждается. Но все зависит от каждой ситуации по отдельности. Потому что, знаете, мы никогда даже не говорили, что есть такая возможность, чтобы ПАС поддерживала господина Додона. Но мы дошли до того, чтобы вроде бы они вытеснили какое-то зло, и за счет этого по итогу мы увидели, что они сделали совместное правительство и так далее. Поэтому, знаете, никогда не говори никогда. В зависимости от ситуации, думаю, принимаются определенные решения. Сейчас, естественно, как любая партия, мы должны понять, что творится на политической сцене, на политической арене. В связи с этим, естественно, мы беседуем с каждым, кто открыт для этого. А с властью вы исключаете какой-то диалог конструктивный? Нет, не мы исключаем. Это они исключают вести какие-то переговоры с нами. Да. Если вы помните, госпожа президент, кажется, год назад встречалась с партиями. С
представителями оппозиции? Да. Но со всех партий. Вы там были, кстати, я не помню. Нас тогда не пригласили. Не пригласили, и не только нас. А почему? У вас нет информации, почему вас не пригласили? Нет информации, я об этом хочу сказать. Знаете, когда вы делаете какие-то для вида определенные шаги, но они там и остаются, потому что такого рода, так скажем, встреч была только одна, и все. Если были бы благородные намерения, я думаю, они могли бы встречаться с определенной периодичностью, да, так скажем. А если пытались вот только на данный момент, что как-то сгладить определенные отношения между властью и другими партиями, тогда встречались и забыли об этом. И тем более даже не вызвали всех, так скажем. Ну, я помню, тогда был господин Усатый, господин Ткачук на той встрече еще. Вот сейчас я вспоминаю так. Да, да. Часть из них, знаете, были партии, которые являются партией, были представители так называемых партий, которые имеют только штамп от партии. Но вы сами думаете, видели. А почему? У вас есть предположение, почему вас не пригласили? Ну, нету причин. Нет причин не приглашать нас, потому что, поскольку мы законно регистрированы в нашей стране, поскольку мы на данный момент и до сих пор делаем определенные, так скажем, акции, которые, я уверен, что видны со стороны власти. Но если они так посчитали, окей. Но кроме этого, вы спросили, почему мы не ведем переговоры с властью. Не один раз мы пытались, и даже в этой студии, мне кажется, на вашей программе или с Ливией, я точно не помню с кем, но я пару раз делал, так скажем, открытые обращение, да, для того, чтобы, ребята, давайте садиться за столом, давайте не только с нами, давайте со всеми партиями, потому что мы видим очень много вопросов, которые, возможно, вы их не считаете нужным решить, либо вы видите их по-другому. За счет того, что мы демократическая страна, давайте все один все, давайте, это не означает, что мы требуем что-то взамен. Мы просто видим, что рушится страна, мы видим, что рушится экономика. Не говорю о финансах, не говорю, а просто уровень жизни очень-очень сильно пострадал. И за счет этого, если вы не можете, вы показали, мы переждали не месяц, не два, не полгода, и уже больше года, а результатов так нету и нету. То есть на данном этапе вы требуете отставки всего правительства госпожи Гаврилица. Как вы думаете, с чем связано? В начале года мы вступили с новыми интригами, со скандалами. Мы видели, как члены правительства подают в отставку, да, и причем по слухам, по отзывам не самые плохие, а министры социальной защиты неплохие слухи. Мы видим, что члены аппарата президента, по слухам, также и родственники подают в отставку, заявляют о своем отъезде. У вас есть информация, почему это происходит? Что там произошло? Ну, знаете, лично я с министром, который подал в отставку, не знаком. Я не могу сказать, почему они подали в отставку, но также при разговоре с коллегами есть разные версии. Одна из версий, не самое хорошее, то, что у них есть довольно уже четкая информация насчет развития войны на Украине. За счет этого они хотят уже как-то отделиться и пойти чуть-чуть подальше от Республики Молдова. Это как фактор. Но мы должны понять. Вы представляете, что если вот такого вида информации, она была, кажется, в соцсетях, по Телеграме и так далее, какой-то инвестор увидит вот данную информацию. О каких возможных инвестициях мы можем говорить, когда четко кто-то, один из аналитиков говорит, ребята, вот подал в отставку министр, там кто-то из приближенных к президенту также выезжает из страны, возможно, есть какие-то, либо будут какие-то понимания. Нет, я другое слышала. Я слышала, что у них там просто образовались три группы, которые между собой другая, не могут найти общий язык. Другая версия, что образовались определенные группы внутри правящей партии и пытаются свести счеты, так скажем, кто сильнее. Но это тоже, знаете, как версия, что если мы не можем их как-то сдвинуть с места, возможно, они сами подвинут себя из-за того, что уже есть раскол внутри. Этот раскол, я думаю,
виден уже без всякой информации изнутри. Мы понимаем определенные жесты, мы видим те же отставки, о которых мы говорили. Я думаю, что это только начинается, и в ближайшем будущем, в ближайшие месяца будут еще более интересные, так скажем, моменты. Сюрпризы, моменты? Это что, это будут отставки или что? Возможно, отставки. Кто знает, там может говориться о том, что будут досрочные выборы, и эти выборы будет требовать сама госпожа президент Майя Сандус за счет того, что она уже не управляет, так скажем, всей структурой ПАС. Ну, жизнь покажет. Мы должны не забывать, что то, что хотят они, это одно. Но мы четко понимаем, что ими правят из-за рубежа. Поэтому, как, возможно, скажут, так и будет. И это одна из самых больших проблем, как мы видим. Потому что, когда, знаете, когда правят изнутри, естественно, есть партнеры из-за рубежа. Можно, ну, и нужно с ними всегда советоваться. Потому что они ведь являются одним из наших спонсорами, так скажем, поддерживать демократию и развитие страны. Конечно же, нужно с ними говорить и советоваться. Но когда не советоваться, а просто принимать определенные условия и их выставлять тут на рынке и в стране, ну, это не всегда отражает реальность, которую ждут люди. Допустим, люди ждут, знаете, чтобы, когда мы говорим, что повысились зарплаты на 1300 лей, а министру на 8000 лей. Ну, люди этого ждали, разве? А инфляция там выросла на 30%, а мы поднимаем заработные платы на 5%. Мы беднеем таким способом. Мы должны, если сделать рост заработной платы, это означает, мы должны прикрыть инфляцию. И плюс уже тот рост. А мы не то, что не рост, мы не покрываем даже те расходы, которые есть по сравнению с другими годами, когда были другие правительства. Это означает, что либо они не видят реальность, либо им подсказывают, что нужно делать, и все. Спасибо большое. Мы продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы. Дорогие друзья, до встречи после рекламы. Она пролетит очень быстро, так что оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы вернулись в студию. Напомню, что сегодня гостем эфира стал председатель политической партии «Промолдова» Борис Фока. Господин Фока, в продолжении нашей беседы. Все же вы не исключаете вариант досрочных выборов? Да, и мы не то что не исключаем, мы надеемся, что это будет самым правильным шагом на данный момент и в ситуации, которая сейчас у нас в стране. Вы знаете, есть такое мнение, что, может быть, досрочные выборы, они не поменяют кардинально ситуацию в стране. Готовы ли мы к досрочным выборам? Потому что постоянные выборы, это же мы сами понимаем, что это не есть хорошо, когда всегда постоянно только выборы. Проблема не только в том, что будут выборы. Проблема в том, что нынешняя власть, она не сопоставляет довольно правильно то, что они должны сделать, и их роль. Всегда, знаете, когда ты в кресле премьер-министра либо министра, есть такое ощущение, что ты видишь параллельные мира. Да? Есть де-факто экономика, есть те цифры, которые ты получаешь в своем кабинете. Вот разница, когда слишком большая, и ты ее не видишь, ну просто другого способа довести. Да? Мы пытались поменять министра экономики. Ну и, знаете, четкого плана до сих пор нету. Да? Вот ушел господин Алайба. Господин Гайба ушел. Гайбу, вы говорили, да, что Алайба. У него нет четкого плана. У господина Алайбы, на ваш взгляд, есть четкий план? Я об этом говорю. Вот вроде бы ушел один министр, пришел другой. Поменяли Алайбу на Гайбу. Гайбу на Алайбу. Да, мы ничего не поменяли, потому что мы не видим, де-факто сказать, четких
шагов для того, чтобы помочь бизнесу, чтобы помочь экономику. Мы ждали, допустим, те же первые 30 дней, как входил в должность новый министр, он должен прийти с четким видением, ребята, вот как я вижу дальнейшее развитие, что мне нужно от общества, нам нужно содействие, мы должны обговорить и должны чаще встречаться с бизнесом, потому что решить проблемы бизнеса, нужно от них понимать, какие проблемы. Не посмотреть, какие у вас доклады там на столе лежат, а нужно встречаться с ними, нужно общаться, нужно прийти к местным производителям, как их можно поддержать, что мы можем для этого сделать. Но из всего этого ничего не случилось. Поэтому переждать еще год, поменять на другого министра. Но, знаете, мы столько... Я думаю, знаете, 22-й год был одним из тех лет, когда были установлены самые большие, самые негативные рекорды для нашей экономики. То есть, например, инфляция, согласна? Например, да. Инфляция. То, что мы брали кредиты под 21% от местных банков, это тоже небывалая акция. Плюс к этому то, что у нас кредитование из-за рубежа выросло. Внешний долг самый внешний высокий, долг, да, за самый всю историю. Высокий. Я поэтому говорю, что у нас столько из этих антирекордов. Согласна, господин Фока, да, энергетический кризис, газовый кризис, инфляция, цены на топливо сумасшедшие, хотя, говорят, это тенденции на мировом рынке цены особо не поднялись. Просто я вам сейчас скажу, что отвечает власть на это, что да, но у нас в соседней стране в 2022 году начался военный конфликт, поэтому знаем, это на нас сказалось, хотя... В принципе, в соседней Румынии мы также видим уровень инфляции, и мы знаем, что сколько там стоит. А давайте не о Румынии говорить, а давайте о Украине говорить. Просто вот. Румыния граничит тоже с Украиной, поэтому я привожу да, пример. Да, но я даю вам и другой пример. Давайте смотрите на Армению и на Грузию. Вот я попытался сделать маленький анализ данных стран, потому что более или менее они, как мы тоже из блока СНГ, так скажем, Румыния уже в ЕС, да, у румын есть свои... планы, подушки да. безопасности финансовые, Евросоюз и так далее. Но у той же Грузии, у нее, как и в Молдавии, тоже есть своя Приднестровье, свой маленький непонятный островок, кто там рулит и что они делают. У Грузии есть даже прямая граница с Российской Федерацией. Но при всем этом у них рост экономики на 15%. И мы видим, что у стран, которых нам говорят, что, ребята, Российская Федерация влияет очень негативно на развитие и так далее, у них есть прирост экономики. Но у Республики Молдова, которая напрямую она не втягивает, не является как частью данной войны. Намного больше ей инфляция и цены, и все, чем у той же Украины. Потому что, даю пример, если вы посмотрите, и я бы посоветовал вам сделать интервью с там, где есть атаки, допустим, где люди пересекают границу и покупают все с Украины. Потому что в Украине именно на 20 либо 30% нашей инфляции все дешевле. Они в Могилев идут. И за счет этого, ребята, где война по итогу? Получается, война у нас, а не на Украине. Почему в Украине все дешевле, чем у нас, несмотря что там война? Почему в Грузии экономика имеет прирост 15%, а почему в Молдавии самая большая инфляция? Ответить на все эти вопросы прежде всего должны власти, потому что мы понимаем, и мы не можем опровергать то, что сам конфликт на Украине не повлиял на определенные факторы и экономические факторы. Но тут мы должны тоже раскрыть абсолютно все карты. Ребята, когда мы говорили, что только начался конфликт, что нужно помогать беженцам, мы были одной из первых стран, которые приняли 100-120 тысяч беженцев с Украины. Но после этого уже скоро будет один год данной войны, а как мы помогаем экономическим агентам Украины. Потому что если 40% территории Украины на данный момент практически не используется, потому что там идут военные действия,
Те компании, которые там были, они, естественно, должны делать дислокацию. Либо в другом регионе Украины, кто-то в Румынии, кто-то в Молдавии. За счет этого, что Республика Молдова сделала, чтобы принять украинские компании, чтобы помочь им сделать тут свои офисы открыть, как минимум, пусть перевезти хоть я не знаю, какую-то продукцию с Украины. Мы ведь могли это сделать. Почему румыны работают над этим, а мы, Республика Молдова... Румыны работают над этим, да? Очень сильно, я вам скажу больше того. Там есть уже специализованные компании, потому что я был на пару встреч ассоциации украинцев. Они создали сразу же свою бизнес-ассоциацию в Бухаресте. И они встречаются, и они говорят: ребята, вот я хочу там привезти, либо я привез два контейнера, допустим, мебели. Куда я могу ее раздать в Румынии? И, другая ассоциация, румынская, они приходят уже с румынскими инвесторами. Говорят: ребята, я могу вам скупить опытом. Вот, и когда люди работают над этим, когда вот правительство тоже пытается помочь беженцам, как, чтобы дать им временный вид на жительство в Румынии, знаете, это притягивает, это дает... прежде всего, гарантию и людям, и потенциальным инвесторам, и те, которые предпринимателям. Румыния, согласитесь, более привлекательна для инвесторов потенциальных. Это все-таки члены Европейского Союза. Я понимаю, но смотрите, если мы бы хоть что-то сделали и не был бы результат, я бы с вами согласился. Но проблема в том, что мы и ничего для этого не сделали, чтобы привлечь инвесторов с Украины. Мы четко должны понять, а какой другой инвестор придет в Молдавию, если не только инвесторы с Украиной. Вот в данной ситуации никто из Евросоюза, зная, что тут через 300-400 километров война, не придет с большими инвестициями сюда. А люди, которые должны сохранить свой бизнес, которые должны убежать из пути войны, естественно, они постараются найти, где можно быстрее, где можно ближе, но чтобы создать им инвестиционный хороший климат для этого. Знаете, у нас сколько помещений, я говорю по всей стране, не в Кишиневе, потому что, да, Кишинев – это большой бизнес-центр для, скажем, и сердца экономики Молдовы. Но по поселам есть очень много помещений, которые просто никто их не использует. И они бы смогли бы хоть просто так дать, чтобы не снесли те помещения. Потому что, чтобы снести, тоже нужно вложение. Нужен трактор, нужно что еще? Взять с мэрии. Почему мы не можем просто дать в пользование там, на 5 лет, на 10 лет украинским компаниям, которые в этом нуждаются? Но таким образом мы будем уверены в том, что они принесут в Молдову свои деньги. И второй пример. Смотрите, сколько раз мы видим, что украинцы пытаются выехать наличкой с Украины. Но, ребят, почему... Вот я переговорил неофициально с таможником с румынской стороны. Они говорят, что им говорили оставить, если они видят деньги, оставить, чтобы эти деньги зашли в Румынию. Возможно, часть остается там, часть нет. Но это был дан такой неофициальный, так скажем, неофициальное распоряжение. Распоряжение, да, внутри. Что. Но мы... Кажется, месяц-полтора назад был такой случай, что в нашем аэропорту там бабушка и дедушка под 70 лет нашли 25 тысяч, либо 40 тысяч евро. И наши, знаешь, имели, знаете, такую официальную, что они борются с чем-то. А с чем вы боретесь, ребята? Те же таможенники. Но люди бегут от войны. Естественно, взяли какие-то деньги с собой. Сбережения, да. Может, они не знали, какие... Ну, они же, когда... пришли в Кишинев, никто им не сказал: чтить, пожалуйста, надо прочесть Конституцию и условия и так далее. Но, ребята, о чем мы говорим? Мы пытаемся им помочь, а как мы пытаемся? Мы берем только беженцев и надеемся, что за счет этих беженцев мы получим очень много денег. Разве это помощь Украине? Думаю, реальная помощь это должна быть, когда вот наш министр экономики встречается с министром экономики Украины, когда мы даем им официальное письмо: ребята, мы готовы на свою территорию расположить ваши компании, помочь. Мы даже можем ставить, чтобы вы не оплатили там полгода налогов, пока вы придете, начнете свой бизнес, чтобы у вас был промежуток времени,
сделать акклиматизацию с молдавским бизнесом. Ну, какие-то четкие правильные шаги, чтобы помочь ей экономику Республики Молдова. Я даю вам другой пример, который я изучил в связи с локальными компаниями, которые они что-то делают. Предприниматели, которые имеют свои маленькие, большие фабрики. Угу. Вот в Германии, если ты участвуешь в тендере, за счет того, что ты из Германии и сделал именно в Германии данный продукт, у тебя есть определенный advantage на 25-30%. Его там, кажется, называют green advantage. За счет того, что вы не использовали ни дизеля, чтобы привезти данную продукцию либо с Китая, либо с другой точки земли. Но если ты в Молдавии участвуешь в каком-то тендере, у нас, допустим, они не смотрят, что ты местный производитель, и что у тебя есть там, я не знаю, 30 людей, 100, 200 людей, которые работают тут, ты им оплачиваешь заработной платы, ты оплачиваешь налоги. Для нас важна самая низкая цена. Угу. И за счет этого, естественно, какой интерес есть открыть тут, чтобы дать людям работать, открыть тут что-то. Если легче просто взять из Китая, привезти, перепродать сюда. И очень много моментов, которые есть, которые при встрече с правительством можно очень, думаю, четко поставить все на свои места. Но видите, у них не то, что закрытое общество, они уже между собой делятся и что-то могут. Думаю, знаете, по итогу само правительство уйдет в отставку. То, что сейчас нету митингов, это не означает, что людям все нравится. То, что люди не позволяют прийти с каждого уголка страны, потому что, чтобы прийти в Кишинев на митинг, нужны деньги. Если холодно, нужно раздать людям чай. Если слишком жарко, нужно раздать им воду. Но это означает, что, знаете, есть политтехнологи, которые говорят, что те же митинги, лучше бы они случились чаще, но немного народа, чем спонтанно, и могут быть довольно стихийные, так скажем. Поэтому я думаю, что правительство и в целом власть не должно радоваться, что нету сейчас митингов, либо то, что мы воспринимаем все как есть, мы довольны всем, и мы больше ничего не будем делать. И будем переждать этот год, дойти до парламентских выборов. Скажите, пожалуйста, когда-то мы с вами говорили, до того, как только начинались уже слухи, разговоры о том, что Молдова может стать кандидатом на вступление в Евросоюз, вы довольно-таки, я помню, скептически к этому относились. То есть вам не верилось, как я понимала, не только вам, там некоторые были еще политологи, но я помню, с вами я это обсуждала. Вы не говорили однозначно нет, но все же я видела, что вы не очень в это верили. Сегодня госпожа президент говорит, что в ближайшее десятилетие мы должны поставить себе задачу стать членами Европейского Союза. Насколько это вообще реальная перспектива? Знаете, это возможно, естественно, никогда не говори никогда. Уже по примеру, что случилось в последние года. Но точно, если с другим правительством, я думаю, либо с другой гарнитурой правительства, возможно, есть шансы. Но сейчас, когда нам говорили, что 2 недели назад, либо неделю назад даже была информация, что из кандидатов в ЕС Молдова не выполнила свои обязательства там, в определенных сферах. Потому что у нас мы в 2014 году подписали соглашение об ассоциации. Да, об ассоциации с Евросоюзом. И с того времени у нас есть определенные обязательства на разных уровнях. И в 2018-2019 году я работал в Минсельхозе как директор департамента мониторинга. Я знаю это изнутри, как работает. И когда, знаете, власть знает, что делает, знает, куда идет и как она требует это, есть шансы, чтобы войти в определенные нормы и сдать то, что требует Евросоюз. Когда
Просто дам вам один пример вот из моего личного опыта, что у нас на... Мы когда говорили об этих пунктах, которые Министерство сельского хозяйства должно было сдать, и кто-то из госсекретарей, я не буду давать сейчас имена, присутствовала на данном совещании с представителем ЕС, и, знаете, она говорила о всем и ни о чем, и стыдно было нам за нее, потому что мы видели, что когда приезжает какой-то эксперт, он берет тему, он подготавливается, да, и он начинает говорить пунктуально и по факту. А когда приходит дилетант, поставленный на месте госсекретаря тогда, он, знаете, говорит, ты вроде бы понимаешь, вроде какой субъект и о чем вы говорите, знаете, две разные вещи. И через это, и это было в том периоде, когда Майя Санду была премьер-министром, и когда она всех поставила своих людей и на пост госсекретарей, на пост министров и так далее. Четко помним и как госпожа министр сельского хозяйства не то что, знаете, работала, у нее там были свои проблемы, но как непрофессионально она относилась и не только к работе, но и к людям, которые работали в министерстве. Я об этом говорю, потому что знаю из своего опыта, как это случилось. Поэтому сейчас то, что они говорят, что есть шансы, ну, возможно, шансы есть, но не с этим правительством и с данной правящей партией. Шансы всегда есть и будут, но над этим нужно усердно работать. Но смотрите, получается очень тоже интересные факты. Евросоюз – это не означает газ по 30 лей, а заработная плата 5 тысяч лей. Евросоюз не означает там министрам очень большие зарплаты, а остальным там на 50 евро повысить зарплату. Разве вы не думаете, что они… у меня складывается такое ощущение, что они работали больше на то, чтобы показать людям, что нам вообще-то не нужен Евросоюз. Они вроде выдвигают идею интеграции, но то, что они делают, совсем не Евросоюз и совсем не интеграция в Евросоюз. Потому что Евросоюз означает совсем другое, нежели чем, что мы получаем от нынешней правящей власти. Поэтому для нас является, знаете, мы в недоумении. Если мы хотим быть членом Евросоюза, значит, мы должны довольно профессионально относиться ко всем отраслям и экономики, ко всем отраслям жизни людей. Мы должны заботиться о людей. А как мы можем заботиться, если у нас до сих пор просто нет антикризисного плана правительства? Мы четко знаем, что мы в кризисе, и мы, и правительство. Мы все говорим, кризис практически на каждой телевидении в нем говорится. Кризис, 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 кризис. Ну хорошо. А какой план выхода из кризиса? Пусть это финансовый, пусть это экономический, пусть сельхоз, пусть энергетический кризис. Как мы вышли с кризиса энергетики? Мы купили газ там по 1000 с чем-то долларов, а сейчас он меньше 600 долларов. Разве это план купить два раза больше, чем на рынке? И знаете, самое интересное, что несмотря на все моменты, которые геополитические, я имею в виду, которые случаются на данный момент между Украиной и Россией, все страны Евросоюза имеют дипломатические открытые отношения с Российской Федерацией. Но Молдова практически нету и не участвует в таких отношениях. По факту мы сейчас... Госпожа Санду заявила, что нам не о чем говорить со страной-агрессором. Ну, тогда вопрос. А что может господин Макрон говорить с агрессором раз в неделю? Канцлер Германии что может раз в неделю говорить с агрессором и так далее? Знаете, когда сейчас уже, когда мы являемся в том же кризисе, кажется, даже позавчера снялись санкции, с российских санкций экспорт, кажется, сельхозпродукции. Если это правильная информация. Это означает, что кризис является кризисом. И то, что мы не будем разговаривать с Россией, мы будем покупать российский газ через еще трех посредников,
Но это не по-европейски, так скажем. Если мы говорим о европейских интеграции и ценностях, мы должны сделать прежде всего для людей. А когда мы увеличиваем стоимость всей продукции, это для кого? Это разве для людей? Мы не позволяем себе, я уже видел очень много продуктов в Румынии дешевле, чем в Кишиневе. Но заработная плата там в 3 раза это больше, чем в Кишиневе. Поэтому, когда определенные вещи делаются, и вся эта тема с европейской интеграцией. Ребята, ну если вы говорите о европейской интеграции, тогда вы должны показать на своем примере, как делается в Европе, как делает Молдова, к чему мы стремимся. А сейчас мы к чему стремимся? Понятно ваше мнение, господин Фока. Это возможно, это реально, но не с этим правительством. Если подытожить. Вы готовитесь к местным выборам? Естественно. Сколько кандидатов на примерно ориентировочно вы будете выдвигать и в каких населенных пунктах, если готовы уже об этом сказать? Я на данный момент не готов, потому что с некоторыми мы ведем переговоры, по некоторым областям и по некоторым селам мы ведем свои внутренние опросы. Естественно, есть председатель, так скажем, организации, но не всегда председатель организации означает, что он самый лучший кандидат для мэра. На должность примара. Для должности примара, да. И за счет этого есть еще внутренние опросы, которые параллельно с этим делаются, и пытаемся сделать правильные решения. Вот в этом смысле. За счет этого не хочу пока озвучить никакие цифры. А в Кишиневе вы своего кандидата будете выдвигать? Возможно, если честно, есть 2 потенциальных кандидата, которые они сами говорят, что им интересно, они бы хотели быть как участники от партии «Промолдова», но, знаете, нужно, чтобы было обоюдное согласие всех членов партии муниципе Кишинев. И пока нет такого консенсуса. Вы лично не будете выдвигать свою кандидатуру на местных выборах? Нет, нет, нет. А на каких? На президентских? Знаете, далековато еще. Про выборы Башкана не спрашиваю по поводу вашей кандидатуры. Но, значит, вы на местных выборах не намерены? Нет, нет, на местных выборах не намерен, но кто знает. Какие у вас в целом ожидания от 2023 года? Чего вы ждете? Знаете, ждать много можем, очень многое. Но прежде всего, что будут досрочные выборы. Первый момент, чего мы ожидаем. Парламентские досрочные? Парламентские досрочные выборы. А, это вы на это надеетесь? Первых. Мы надеемся. Вы так уверенно просто ждем. Это говорите. Да. Второй момент. Мы надеемся, что правящая партия, либо ее партнеры, так скажем, поймут, что мы довольно уже большой период времени не идем правильным путем. И начнут быть более открытым для парламентских и непарламентских партий для обсуждения ситуации в стране. Ожидание того, что то, что мы не можем делать своими руками, лучше не ссылаться на какие-то ожидания. Поэтому ждем парламентские досрочные выборы. Уверены, что будем в следующем парламенте. И таким образом мы сможем уже сделать определенные корректные вещи своими руками, а не ссылаться и ждать от кого-то что-то. Хорошо, господин Фока, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что мы еще обязательно встретимся в рамках этой студии, в рамках этой программы, потому что обсудить я с вами намерена еще очень много вопросов, но времени уже нет. Спасибо вам огромное, дорогие...